Уже завтра, 22 июля, в России отметят День работников торговли. Мы часто ходим по магазинам в поисках чего-то вкусного и интересного. И особенно радуемся, если покупка была выгодной. Вот лично я не умею торговаться, поэтому решила спросить у продавцов, как грамотно выпросить себе скидку. Пойдемте. Надо попросить, подешевле дайте или скидки делайте. Мы делаем, что сможем, делаем. Рынок – это два человека. Один просит одну цену, второй свою предлагает. Вот и беседа, да? Да, да, да. А я слышала, что говорят, сделаю тебе скидку, ты хороший человек. Это так бывает? Бывает. Разные же люди подходят к нам. Плохой людей нету. У нас все хорошие. Я сама уступаю, и все как бы, я даже взвешиваю, и всегда больше ложу. Да хорошим людям бесплатно можно. А как понять-то, что он хороший человек, и ему можно скидку? Это вам не знаю. У меня вот огурцы были, ребятишки подошли, дорого. Они взвесьте там один или там два огурчика. Я им всем по огурчику дала. Все, идите с Богом. Можно я вас обниму? Какая вы позитивная. Хороших вам продаж. Внучата. А себе скидку делаете? Ну, как себя не балует? Себе нет. Нет? Нет. Нисколечко. Вы же хороший человек. Хорошему человеку делают скидку, говорят. Немного у нас. 5% себе скидка, а народом 10%. Ну что ж, друзья, наши продавцы считают, что торговаться – это нормально. Более того, каждый готов сделать скидку. А умеете ли торговаться вы? Пишите в комментариях. Юлия Жамцова, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край».